о целях в работе и исполнительской дисциплине. Нельзя проявлять жестокость, а жестким надо быть. О близких. Мы в семье выросли в трудовом воспитании. О команде. Те обещания, которые им мы давали, я хочу ответственно сказать, мы их выполняли всегда и будем выполнять. О планах в политике. Срок полномочий у главы региона Игнатьева еще 2 года. А пойду я или не пойду, это я скажу попозже. Смотрите на нашем канале программу «Открытый разговор» с Михаилом Игнатьевым 2 октября в 20:30.